И вот в этом проблема была. Вкусно, наверное. Ну что, если отравишься, нормально. Сразу аптека. На улице 6 градусов тепла, полдесятого. Ну, может, когда ты мне... Да, 100 лет назад здесь был последний раз. В этом месте, ну, выглядит достаточно свежо, приятно, озеленение. Скорее всего, не настоящий. Хотя, кто его знает. Швейная фабрика Нина Анилова бывшая, сейчас здесь гастроном. Здорово. Да. Девчонки, подождите. Крымчанка какой-то. Здесь гостиница Севастополь. Всю жизнь была. Откуда ближе, с пятого или с пятого? Вот в этом торцовом помещении был магазин Нины Аниловой. А так до сих пор он здесь и остался. Очень скоро, наверное, будет здесь очень много людей уже. А вкус чебуреков такой же отвратный, и можно отравиться. Зато фонарики очень красивые, здесь гирлянды. До 21 работает Монами. Вот 100-метровка. В Севастополе всегда здесь испокон веков, грубо говоря, да, начиная с 90-х, здесь было самое такое тусовочное место. Здесь был магазин Джем, вот он остался, мини-маркет Джем, а был именно магазин такой. И я работал в этой конторе, которая организовывала поставки спиртных напитков и всего остального для именно этого магазина. Там море, там ничего интересного нет. Ну, надо зайти посмотреть. Раньше вот здесь был очень хороший бар. Сейчас это кафе Диана. Но бар, к сожалению, тот с красивой мебелью, с такой действительно качественный
очень дорогой. Его нет. Ой, что, не взяли меня? Ну, а здесь вот остановка ожидания для людей, которые ждут катер. Вот здесь пристань. Ну и давайте мы посмотрим, будет ли видно. Надеюсь, что будет видно. Вот этот недострой, если мы видим. Ну, в общем, подойдем, посмотрим. Грязь. Все как и было. При Советском Союзе было немножко по-другому. Ездил катер. Вернее, это какой-то был типа мини-парома, который собирал эту грязь. И что ты потом делаешь? А, вот. Ну, вот так вот это все выглядит. Да, какие-то баки. Ну, в общем, естественно, за морем никто не следит сейчас. Я уже забыл, как называются все эти площади. Наверное, Артиллерийская бухта. А сейчас здесь какие-то тут танцульки уже, дискотеки там, или бары, и клубы. Внизу была пиццерия. И чуть выше был... А чего только не было здесь. А здесь койот. Ночной клуб койот все-таки сделали. Я не знаю, где он находится. Здесь раньше был Калипсо. И 20 лет назад я здесь... Ух! Каждый вечер, каждый вечер. А вот это здание так и не достроили. Вот оно строится, по-моему, очень давно. Еще при Украине закрывали каким-то какой-то тканью, а сейчас просто вот так вот сняли и вот недострой. Очень нравился бар, который находился вот здесь. То ли Пиратская лагуна, то ли вот написано Харчевня, но он внизу. А выше, на верхней палубе, находился именно такой барчик маленький, очень уютный, и там частенько пил чай. Там длинная лестница с правой стороны. Сегодня суббота, поэтому людей достаточно много, если считать много для зимы, но на самом деле, конечно... На самом деле, конечно, все не так. Вот такое большое здание. Ну, это просто в форме корабля и сделано, конечно, симпатичненько. Прошу прощения. Здесь, ну, как бы я бы назвал, конечно, какое-то кафе, баркас, наверное. Ну или ну, на ресторан не тянет. В таком случае, как я понимаю слово ресторан, но не тянет. Какие-то дешевые стулья, столы, какой-то металла, ну, из металлочерепицы, из металла вообще, из металлоконструкции построенное здание. Естественно, ему уже лет 20. А вот корабль вот так выглядит. Вот, наверху там есть еще открытое такое помещение. Вот, довольно приятное заведение, но хоть и пустенькое. Ну, а так выглядит довольно приятно. Ну что, достаточно большое количество людей. Внутри мы видим, но там ничего такого, я не знаю, почему большое количество людей пользуется, вернее, это заведение пользуется спросом у большого количества людей, однако, не знаю, мне кажется, там ничего такого интересного нет вообще. Еда как еда, ничем не отличающаяся, ни вкусовыми какими-то качествами, ни чем остальным, просто еда, может, ценами. Вот здесь вот
А вот в том заведении есть суши и пицца в том числе. А, тоже ничего особенного абсолютно. Не отравишься и не получишь кулинарного восторга. Вот так вот город смотрится. Севастополь ночной, в ночное время. Сейчас 10:30, 33 минуты или 32 минуты. Вот так вот он смотрится. Смотрится, конечно, симпатично. Но, ребята, я вот сейчас думаю, а Москва, там не жалеют денег на ночное освещение, на иллюминацию. Здесь был рыбацкий стан. Сколько ж лет? Наверное, лет больше 20, наверное. А я так думаю, лет 30 этому зданию. И сейчас вроде как его прикрыли, потому что он занимает площадь большую, нежели площадь, указанная в документах. Ну и прямо по курсу, если вам видно, то северная сторона. Сейчас мы подойдем к концу нашей дороги, вот здесь вот, которая заканчивается, потом пойдем назад. Да, его потом вот переименовали в Севас. Ужасное название, на самом деле. Или Сивас. Типа моря. Что-то здесь куча людей. Ну, вот так выглядит северная сторона в ночном Севастополе. И вот первое здание с колоннами, которое мы видим, это дворец пионеров. Ну, или сейчас называют дворец детства и юности. Слева от меня пляж Хрустальный. Ну, сейчас пройдемся по той набережной. А, конечно, было бы очень здорово, если бы все-таки именно саму набережную, я имею в виду вот это все, начиная отсюда и заканчивая за поворотом вот с той стороны, сделали бы действительно в едином стиле, и было бы здорово, если бы этот стиль был современный. Потому что то, что сейчас выглядит, как выглядит, это прошлый век, 90-е годы. Ничего не менялось, ни фасады, ни архитектура, ни растительность, ничего не менялось. Но единственное, что вот эти вот металлические столбики поставили, но сами понимаете, как они выглядят, никак. Когда-то вот на этом пирсе, здесь прямо пирс, надеюсь, что вам все-таки видно, хоть и темно. А пирс, вот здесь вот прямо, даже если вы его не увидите, но он есть. Раньше стоял клуб, даже была дискотека. Я помню те времена, когда была дискотека. Это было при Украине. При Украине вообще времена были совсем другие. И, как я сейчас понимаю, гораздо лучше, приятнее, веселее. Ну и молодость, конечно, была. Возраст был другой. Вот так выглядит, наверное, и привлекает людей своим внешним видом этот ресторан. Но, конечно, это такая забегаловка, если говорить по московским меркам. Но я помню такие времена, когда при Украине тут негде было
яблоко упасть. Просто не было свободного места. Особенно в те дни, когда был салют, ну, невозможно было пробиться вообще. Сейчас, ну, наверное, 1/5. Я не знаю, с чем это связано было. Скорее всего, с тем, что люди с материка, с Украины приезжали. Со всех городов съезжались. Вот этот пирс, о котором я говорил. Естественно, сейчас ограда осталась, но ничего здесь не осталось, кроме ограды. Итак, надо будет, наверное, прикупить, вернее, совершить покупку вынужденную и приобрести DJI Pocket 2 в комбо-комплекте, потому что там микрофон подходит, ну, вместе с этим, в этом комплекте идет еще микрофон, и не надо напрягать голос. А я сейчас очень сильно напрягаю голос. Какая симпотная, короче. Хотя, наверное, ребятам, которым лет по 20 сейчас, тоже весело. Посмотрите, сколько было клубов, баров, куда ни плюнь, везде был клуб. Там был клуб, там был клуб. А вот там был дворик, тоже клуб. А вот там был театральный, соответственно, в театре имени Луначарского. Что там только не отжигали. А, вот на этом пирсе была дискотека. Я имею в виду тот клуб, где люди не только выпивают, но и танцуют. Сидят, отдыхают, ну и танцуют. Немножко прохладно, поэтому я буду подшмыгивать. Извините меня за это, если что. Вот так это все выглядит. Одиночка, машина какая-то «Жигули» проехала с громко играющей музыкой, поэтому вот так. Здесь пост пропускной, проезжать нельзя, при Украине можно было. Вот ресторан «Севастополь» на втором этаже, внизу какая-то забегаловка, тоже какая-то кафешка. Вот она такая длинная, на первом этаже. Ну а там, где дом с колоннами, это ресторан «Севастополь», а с другой стороны именно гостиница «Севастополь». Из приятных моментов появились, ну, участники вот такие кафешки. Можно попить кофе и скушать пирожное. Но этим ничем никого не удивишь, но все равно. Это мы, слышь. Мужик был похож на Луи де Финесса. Здесь такие ели. Очень старые. И обязательно на каждом газоне написано: газоны не топтать, по газону не ходить. Все для статистики, для красоты, а не для людей. А вот это вот театр имени Луначарского. Вот это здание. Сейчас нож. Сейчас все выглядит, конечно, очень холодно. Итак, группа. Хотя сейчас нас будут радовать музыкой.
впереди равелин белая, а прямоугольник такой, это равелин. Мы с вами были вот там, ну, а сейчас уже здесь. Ну и музычку. Для двух самых очаровательных, самых прекрасных девушек, Татьяны и Галины, прозвучит следующая классная песня. Девчонки, песня для вас. Думаешь, я не пробовал взять и забыть, перетерпеть, уехать, развлечься, забить, поразмышлять и выкинуть из головы. Пробовал, но, увы, пробовал, но, увы. Земля не может не крутиться, сердце не может не биться, солнце не может не светить. Я не могу тебя не любить, 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 я не могу тебя не любить. Ты можешь жить с Алешей, а можешь с Ильей, можешь быть хороший, а можешь плохой. Можешь приехать на танке и просто стрелять. Но что еще сказать? Всегда здесь кто-то играет. А вот это театр имел Луначарского с другой стороны. Солнце не может не биться, солнце не может не светить. Ну и здесь, видите, мусорка на самом видном месте. Музыка всегда привлекала людей. И это здорово, конечно. Извините, мой соло. Театр имени Луначарского. Давайте зайдем, пока его не выключили. Хотя, может быть, и давайте посмотрим, что там с бульваром у нас, ребят. Вдоль моря мы сейчас, наверное, пройдем чуть позже. Ступенечки. А, так это закончился театр. Смотрите, красиво. Ну, театр — это душа, наверное, все-таки Севастополя. Ну, или любого другого города, душа — это, я думаю, театр. Красиво. И давайте по аллее пойдемся. Чуть-чуть. Дома. Ой, на улице прохладно, 6 градусов тепла. Вот так выглядит театр имени Луначарского. Красивое здание, здорово. Наверное, кто-то жил здесь, какой-то граф при царской России. Вот, ну здесь графская пристань. Может быть,
Это была его усадьба. Кто его знает. И вот здесь крафья какие-то. А я имею в виду вот эти вот света фигуры. Ну вот такая вот у нас с вами сегодня прогулочка небольшая. Это еще не все. Вот так вот выглядят эти скульптуры с освещением, с лампочками. Они здесь стоят круглогодично уже несколько лет. Не совсем понимаю, какое отношение имеют к Новому году, но все-таки как-то так. Давайте теперь сместимся. Хотя вот такие белые, вот эти красивые огонечки на потолке отлично бы смотрелись вот здесь, правда? Почему не сделать? Наверное, денег не хватило. И пойдемте к этим деревьям. А деревья у нас огненные. Вернее, не огненные, они световые, красивые. Опять же, для Москвы это обычно, для Севастополя это вау. Ну, хорошо, что у нас это есть на самом деле, но мало. Кстати, вот дворец пионеров. С другой стороны, вот лицевая часть. Ну, вы видели, когда мы проходили, перемотайте назад, посмотрите. Пустые скамейки. И вот такие деревья. Жалко, греться нельзя. Холодный. Ну, а теперь мы подошли еще с одной стороны. С вами мы были вот там. Вот пляж Хрустальный. И вот здесь вот грустная такая дорожка. Набережная. А вот Равелин прямо. Ну и как полагается, здесь половина дерева не работает, а там целиком дерево не работает. Вот как-то так. Электричество поступает, но почему-то никому нет дела, чтобы починить. Идемте дальше. На самом деле не знаю, сколько мы снимаем сейчас и какое количество у нас батареи. Но я надеюсь, что все у нас работает. Я буду целым файлом, одним файлом отправлять в YouTube. Посмотрим, какая будет картинка. Здесь неплохой кафе. Кафешка Момо называется. Ну, тоже так, на любителя. И вот такие вот заведения, практически как в 90-х.
установили какую-то веранду. Я ее не видел. Давайте посмотрим, почему она не светится. Мы уже приближаемся к площади Нахима. И вот такой парк. Такой открывается внешний вид. Летом, конечно, все здесь красиво за счет зелени. Но сейчас пустовато, хотя тоже неплохо. Давайте последний раз взглянем на северную сторону. Снимаю DJI Osmo Action на 1300 в вертикальном положении. И памятник затопленным кораблям впереди. Вот этого сооружения не было. Опять же, арфы. Не понимаю, какое отношение имеют они к Севастополю. Вообще не понимаю. Ну, могли бы Дедушку Мороза поставить. Скрипка или виолончель. Вот такая вот большая конструкция. Наверное, это музыкальная какая-то будет площадка. Или была, или будет. Скорее всего, будет. Потому что с той стороны саксофон, и он тоже не светится. Ну что ж, 10 часов вечера у нас уже. Почти целый час. Нет, меньше. Ну, примерно там минут 30-40 снимаем. Ветер должен. И вот памятник затопленным кораблям. За ним северная сторона. Пойдемте покажу вам площадь Нахимова. И на этом будем заканчивать. Вот там еще какой-то, еще одна какая-то красивая штука светится. Интересно. Давайте подойдем, посмотрим, что это. Я не знаю, что это, не видел ни разу. Давно здесь был, давно гулял. Надо гулять чаще. Ну, просто какая-то светляшка, но очень красивая. Абсолютно непонятно, что это. Ну, а теперь пойдемте туда же вокруг. А вот здесь по лесу. Ну, на самом деле, конечно, это же не лес, это парковая зона. И мы идем на площадь Нахимова, немножечко ускоримся, потому что все-таки прохладно. Не хочется подостыть. Половина фонарей не работает. Конечно же, елки уже нет. Гармонист играет. Еще скуку, тоску навевает. Из 90-х музыка. София Ротару. Вот там пришвартован парусник. Графская пристань впереди. Ночью там все равно ничего не видно. Памятник Нахимова. Ну вот, собственно говоря, и все. Для чего эта площадь? Абсолютно непонятно.
Наверное, потому что в 2014 году, когда переходили на Крым, передавали России, именно здесь была, вот с этой стороны была, сцена. Выступали депутаты, выступали просто люди. Здесь был народный сход. И, может быть, поэтому эту часть не заставляют автомобилями. Хотя раньше при Украине здесь была автостоянка полностью на всей территории площади Нахимова. Вот перед нами сама статуя Нахимова адмирала. Ну вот как-то и все. Так. Ну что, ребята, вот и я. Большое спасибо, что посмотрели. Даже если картинка не очень хорошая, была изначально, ну что ж поделаешь, ночь. Вот. В любом случае, если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, ну и напишите комментарий какой-нибудь. Буду рад вас видеть еще. До встречи. Пока.